пожар в гаражах. Сегодня на улице Ивана Теряна загорелось несколько помещений. Очаг удалось ликвидировать не сразу. По оперативной информации сотрудников МЧС, пожар начался в 2 часа дня. Всего повреждено огнем было 5 гаражей. По предварительным данным, выгорело 80 квадратных метров. На месте работало 4 боевых расчета. Автомобилей внутри не было. Людей, к счастью, рядом тоже не оказалось. Обошлось без пострадавших. Подробности и причины возгорания сейчас выясняются.